Welcome to Kazakhstan. Добро пожаловать в Казахстан. Кошки Дельдензер, Казахстан. Всем привет, это мировой покерный тур в Казахстане. Сегодня у нас есть немного свободного времени перед игрой в главном событии. И если у вас нет идеи, чем заняться в Кучугае за пределами покерного зала, мы с вами поделимся этими идеями. Всем привет, это Артур Расканян, мы находимся в Казахстане, где проводим нашу очередную серию турниров World Poker Tour, National Kazakhstan и Eurasian Poker Tour. Сейчас мы находимся на озере, оно же водохранилище, оно же море, Капчагайское, где никто из нас не ожидал увидеть такую красоту, где вокруг у нас находится море, горы и нереально красивые дома. Закрытые от общества. Как нам сказали, дома президентов различных стран. Вообще рекомендую всем друзьям, кто начинает делать первые шаги в покере, в покерных турнирах, приезжать на такие серии, потому что эти серии, они... Ну, может, это первая ступенька к большим победам. Здесь можно отточить навыки, приемы. Я вот, например, готовлюсь к поездке в Лас-Вегас, и здесь, как говорится, экспериментирую, разминаюсь, планирую новую стратегию по покорению мейн-эвента. Начинающиеся события, которые случились за последние дни в Казахстане? Хороший вопрос, застало врасплох, потому что было много всего. Ну, пожалуй, горы, море и клуб Бомбей, он шикарен. Приезжайте все, очень круто. Где еще так гостеприимно встречают, как здесь. Конечно, возможно, это не Багамы и не Сейшелы, и даже не Филиппины, но здесь есть своя экзотика, здесь есть свой колорит. Вот сейчас мы на Капчагайском водохранилище или Казахстанском море. Очень здорово, погода хорошая, в Москве дождь, ливень, а у нас здесь, может, это солнце. Санцепёк и позитив в наших глазах, в наших сердцах. Ласкаво просимо до Казахстану.